Учитывая пожелания жителей города Одессы, которые у нас отдыхают в Парке Победы, мостик просили сделать между первым и вторым прудом на перешейке. Там действительно он давно просился, но раньше мы не могли этот вопрос рассматривать. Сейчас изыскали возможность финансовую и, естественно, заказали проектную документацию. До 1 декабря планируем этот мостик установить. К этому мостику, естественно, делается, вы знаете, сейчас благоустройство парка. К этому мостику будут проложены дорожки. И парк будет еще красивее и удобнее для жителей нашего города. Стоимость работ этого по благоустройству и установке этого мостика оценена была экспертами в 276 тысяч. Мостик – это художественное произведение, будем так говорить, потому что это кованое изделие из металла, очень красивое.